который является этапом Кубка России по шахматам среди мужчин в 2016 году. Соревнование будет проходить в этом зале. Начало первого тура в 16:00. 9 туров. Контроль времени. 90 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого, каждому участнику. Вот важный пятый пункт. Участникам запрещается вступать в переговоры по поводу ничей до 40-го хода включительно. Шестой пункт. Игрокам запрещается иметь при себе телефон. Во время игры игроку запрещается иметь в игровой зоне на себе мобильный телефон, электронные средства связи и любые устройства, способные подсказывать шахматные хода. Игровые дни. Значит, играем каждый день в 16:00 начало, включительно по 25 число. А 26-го, это 9-й тур, начало тура с 10:00. Победители и призеры соревнований определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае равенства количество очков места распределяется по дополнительным показателям. Это первый коэффициент Бухгальца, второй усеченный коэффициент Бухгальца без одного худшего результата. Потом идет количество побед, результаты личной встречи. Апелляционный комитет у нас был избран в первый день соревнований. У нас кто-то заменяется, да, один человек? Да, у нас Кряк меняется. Вот Крякина заменяем. Кем? Кто у нас? Ну, кто-то будет. Не останется. Можно сейчас это, если есть какое-то мнение, избрать? Вот, пожалуйста. Давайте, Волков. Все? Договорились. Хочу пожелать успехов в турнире. Опоздание возможно? Опоздание? Возможно опоздание. У нас 30 минут есть по этому. 30 минут. Значит, 31 поражение ставим. Я думаю, что опоздания у нас вообще не бывает. И не будет.